Саша, Айки из Астаганка, привет. Лето, вечер и отличная техника сегодня будет с нами. Позитивные вибрации. Позитивные вибрации тоже будут. Начнем с Beats Peel XL. Ну, дальше давай, Саша будет рассказывать, я буду там дополнять, по ходу дела, как всегда. Beats Peel XL. Что это такое? Это та же самая Beats Peel маленькая, только в увеличенном размере и с названием XL. В прошлый раз снимали про Beats Peel 2.0 с USB-входом для зарядки разных гаджетов. Ну вот, собственно, Peel XL. А, и еще тут был такой интересный случай, кстати, ты пока открывай, я расскажу. Я заезжал на выходных забрать мастера осанки купить. Вот, и здесь была женщина, у которой Beats Peel, она просила совета по поводу того, можно ли его использовать для разговоров по телефону. И я, честно говоря, просто подзабыл после обзора, там это работает или нет. Проводили эксперимент, когда звонил, соответственно, мне тут товарищ на Beats. Вот, я просто с ним общался на удалении от телефона, а потом снова начинала играть музыка после того, как мы закончили. То есть Beats Peel с встроенным микрофоном – это ваш хороший вариант пообщаться. Какие-то давай пришли посмотрим, что в комплекте. Покупатели. Да, давайте посмотрим. Как я уже говорил, Beats очень схожа с компанией Apple, скорее, как раз компания Apple есть. Да, это не видел на прошлой неделе, там куча было анонсов, всяких красивых картинок, что да, мы теперь одна семья. Поздравляем сотрудников, они, кстати, сразу 200 сотрудников уволили. Да, да, уволили многих, но это не суть. Вот, теперь это одна семья, одна и та же компания, не знаю, как они будут дальше себя позиционировать, то ли они наушники будут выпускать под брендом Apple, то ли они... Да не, конечно, останется Beats, никуда не денется. Вот, но будет, значит, какие, да? Какие продукты будут? Вот это вот очень что интересно. Что мне всегда у них нравится, они всегда все красиво, как Apple, складывает. Да? В коробочку, все упаковано, все очень приятно выглядит. Вот, да, да, посмотрите как, сами. Как провод, да, значки маленькие. Провод зарядки. Блок питания. AUX-провод и сам блок питания. И все это красиво выглядит, все это спрятано. Придраться не к чему. Не как обычно, знаешь, провода скручивают такими жгутами. Да. Бросают, даже босс скручивает жгутами. А здесь ну, босс, это... да, об этом особо не думают. Хотя в босс упаковка все очень, все с каждым годом все да, сильнее напоминает Apple. Они сейчас уже другую упаковку сделали. Где все абсолютно понятно, прозрачно. Опа. Как раз вот мы сегодня даже расскажем про новую упаковку босс. Ну или, по крайней мере, про колонку. Больше ничего нет. Еще есть вот такая вот мини-инструкция, которая прикреплена к крышке. Кстати, да, опасайтесь по делу, сейчас писано... Beats Peel начали поделать китайцы, как и Bose Mini. Ну, посмотрите наши обзоры, мы подробно и много раз уже показывали колонку со всех сторон. Смотри, как приятно раскрывать, да, коробку. Вот Peel большая, соответственно, представляется в такой вот упаковочной, транспортировочной, не знаю, как это назвать, ткани. Смотри, как сзади, как глянь, с ручкой. Есть ручка. Вот, тут находятся кнопки управления, соответственно, здесь индикатор зарядки, регулировка громкости, кнопка включения, индикатор Bluetooth, выход USB для зарядки гаджетов, для обновления ПО есть, соответственно, тут, видимо, кнопка. И разъем, да, 3,5 мм. И да, сам да, штекер для заряда. Спереди это выглядит вот так, то есть тут, что тут есть? Пауза, play. Ну, вот то, что может делать кнопка. Она такая же многофункциональная, как на гарнитурах, которые делаются для техники Apple. То есть пауза, перемотка один туда-сюда. Раз это пауза, два раза это перемотка вперед. Три назад, да. Ответ на вызов, завершение вызова. И микрофон. Ну и да, встроенный микрофон. То есть все максимально понятно, кнопка нажимается хорошо, а это вот все металл. Сзади резина, вот здесь вот есть. Ну или твердая резина, или что это такое, не знаю. Пластик. Это пластик. А, ну да, пластик. Ножки резиновые. Да, ну ножки резиновые. Стоит на месте, она хорошо. Давай включим. Да. Не будем с тобой сдирать. Заряжена, не заряжена, заряжена. Загорелась такая лампочка, индикатор. Интересный звук при включении. Загорелась лампочка Bluetooth. Красиво, кстати, все анимировано. Давай искать. Бигорит. Бигорит. Скоро будет яблочко. Можем снять мы пленки или не надо лучше снимать? Я думаю, что не нужно, в принципе, люди как бы так видят качество. Ладно, в обзоре будет, соответственно, уже без всяких пленок. Beats Peel XL, но XL находим. Вот она нашлась.
Подключаемся. Подключились. Би горит красным. Очень здорово все это выглядит. Сейчас запустим какую-нибудь музыку. Что-то очень громко как-то она играет для маленькой колонки, где два динамика всего, или там сколько, три, я не знаю. Приложение мы используем, соответственно, SoundCloud. Очень хорошие низкие частоты. Вот работает, соответственно, система дистанционного управления даже со сторонним приложением, то есть, если я два раза нажму, то произойдет переключение. Три раза назад, вы можете видеть. Если кто-нибудь позвонит, я могу прям поговорить в колонку, мне не надо там подносить телефон куда-то. Качество звука очень хорошее. На пятерку, да? Да. Сейчас он зайдется. Кто у нас тут еще играет? Сейчас посмотрим что-нибудь еще. Пока Саша там что-то ищет. Ну, хороший звук. Самые разные треки. Ну и давайте что-нибудь последнее сейчас. Они теперь, кстати, стикеры еще кладут в коробочку. Это раньше было тоже. Да ладно, сейчас тоже осталось. С наушниками. Какой план? Яблочки. Видел ролик, где они предлагают на ноутбуке клеить, ну, показывают. Наклейки. Там тоже были наклейки Beats. Да. Лучше слушать электронную музыку попроще, конечно, потому что здесь, когда, ну, не такой, может быть, интенсивный, скажем, звук, но это понятно, все-таки решение портативное. А она работает без, соответственно, подключения к сети. Сколько она по времени? 15 часов почти заявленное время работы. Вот и думайте. То есть это, наверное, один из немногих таких относительно портативных, довольно мощных вариантов с таким временем работы, аж 15 часов. Ну, опять же, с собой взять в поездку, заряжать все устройство. Есть что-то похожее у Bose, это SoundLink 3. Но, я не знаю, здесь вы сами смотрите, послушайте ту и другую и уже принимайте решение. Стоит она? Своих денег? Нет, сколько? 10990. 10990, то есть 11 тысяч рублей. Да. Но это дешевле, чем Bose. Вот, я не знаю, не хочется так прям вот взять и сказать, что одно лучше другого. Рекомендую всем, кто нуждается в такой колонке, да, самостоятельно прийти, послушать, потому что, ну, вещь довольно дорогая для многих. И, а, ну да, подожди, там вот раз динамик, два динамик, три динамик, четыре динамик. И сзади еще. И сзади еще тут, да. Но это, наверное, не динамик, это здесь, наверное, выходит какой-нибудь низкочастотник или еще что-нибудь. Ну ладно, бог с ним. Полный обзор будет на сайте mobilereview.com. Теперь у маленькой Beats Pill появился большой брат. Вполне может быть, что появится XXL, кто его знает, как там пойдет. Хороший продукт для Beats, хороший продукт для вас. Ну, в общем, наверное, на этом все. Спасибо, пока.